Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дарья, администратор компании ЕКБ. Я хочу пригласить вас на бесплатное мероприятие в честь открытия медицинского массажного центра в Курске. И, как кстати, как вас зовут? Меня зовут Дарья. Очень приятно. А меня Спиридон зовут. Я вас очень прошу, давайте все-таки вернемся к теме разговора, потому что я позвонила только для того, чтобы пригласить вас на наше мероприятие. А где будет мероприятие? Наша встреча состоится 28 марта, воскресенье, в Курске. А за день до мероприятия я перезвоню и сообщу вам точный адрес. Так, как вы вас зовут? Я забыл, дайте я запишу. Меня Дарья зовут. Как? Простите. Меня зовут Дарья. Дарья? Правильно? Да, конечно. Что конечно? Я вас очень прошу, давайте все-таки вернемся к сути разговора. А что, конечно? Я не понял, вы пропали. Что, конечно? Скажите, пожалуйста, так вы все-таки будете гостем на нашем мероприятии? А что, конечно? Я вот не понял. А просто за то, что вы к нам придете и оставите свой отзыв, благодарность получите от нас подарок часы, которые контролируют основные показатели состояния организма, так, такие как пульс, вашу активность, сожженные калории и количество шагов, пройденных вами за день и многое другое. Кстати, эти часы в мире уже спасли не одну жизнь, так как они способны распознать любые нарушения сердцебиения, такие как аритмия, и сразу сообщить об этом звуковым сигналом. Чем сообщить? Каким сигналом? Наша встреча состоится 28 марта. Каким сигналом сообщить? Я вас очень прошу, давайте все-таки вернемся к теме разговора, потому что я позвонила только для того, чтобы... Браслет каким сигналом будет сообщать? Дело в том, что я занимаюсь немножечко другими делами, но вам обязательно на все вопросы ответят организаторы уже на самой встрече. Хорошо? Не, каким сигналом будет фитнес-браслет сообщать? Да. Что да? Браслет каким сигналом будет сообщать? Да, конечно. Что конечно? Браслет каким сигналом будет сообщать? Да. Что да? Браслет каким сигналом? Да, конечно. Что конечно? Браслет каким сигналом будет сообщать? Извините, но, к сожалению, я не знаю. Ты же мне сказала до этого, что он будет сообщать каким-то сигналом. Каким сигналом? Да. Что да? Каким сигналом? Да, конечно. Ты мошонка?